Веревочный репортаж. Сейчас посмотрим. Гранд-холл. Гранд-холл. Это красный, но не видно красный. Тут глисты такие. Тут не видно, как совсем некрасиво так. Центр города, вот тут сделали, перегородили, вот тут сделали городок. Тут план. Тут где расположено. Сейчас посмотрим. Детские карусели. Это у нас сейчас мы пройдем по кругу. Такие каруселички. А это библиотека. Карма инструменты. Какая-то аудитория. Нет. Шапочки. Бочки нужно перекусить, выпить. Классно пахнет. Чем-то таким. Качелечки такие. Целый ряд.
что-то перекусить, что-то купить, такие маленькие ларечки. Там сейчас посмотрю, что. Ну, вот так красивенько украсили. Театр у нас. Это французское кафе. Здесь рядышком там исторический музей. Красивые такие фонарики. Ну вот так. Да, вот так. Сегодня очень тепло. И воскресенье. Мэри Крисмас. Люди с удовольствием приходят. Всегда здесь можно покушать и все. И вкусно, очень вкусно пахнет тут кругом. В таком вот городке. Красиво. Ну, Юлка здесь, возле концертного зала. Вот так. Концертный зал большой. Вот такая Юлка у нас тут. Что там у нее, снежинка? Вот так, еще одна Юлка. Там карусель. Дом печати Юлочка. Людей много. Такой вот шап, где можно сфотографироваться. Тут очередь стоит, чтобы зайти и сфотографироваться. Такое маленькое путешествие по этому городку. Мой любимый магазин «Манго».